Всех приветствую, коллеги. Сегодня мы будем с вами обновлять электронную цифровую подпись на Фабриканте.ру. Так как моя электронная подпись была просроченная, я захожу только под логином и паролем. Захожу в сертификат электронной подписи. Также, если вы делаете это первый раз, делается все так же. Сертификат электронной подписи нажимаете. Добавить сертификат. Выбираем сертификат. Сейчас мой сертификат должен подгрузиться. По какой-то причине он не подгружается. Все, подгрузился. Вот меня интересует вот этот. До августа 2021 нажимаю «Добавить». Все, сертификат должен был добавиться. Сейчас мы нажмем «Проверим», мы нажимаем «Войти». Так. Кто-то мне непонятно перебросил. Возвращаемся на главную. Личный кабинет. Все, я на месте. Сейчас я проверяю сертификаты. Все, мой сертификат отправлен на проверку. Все, здесь у меня аннулирован мой сертификат, да, то есть я его теперь могу удалить. Он мне здесь не нужен. И тот отправлен на проверку. Как только у меня придет проверка, я смогу теперь работать в этой секции. Проверка до 3 рабочих дней. Надо это учитывать.